Здравствуйте, ни хао, меня зовут Рэй. Я из Китая. Сейчас я учу в МГУ, факультете Высшая школа перевода. И я второй курсник. Почему я выбрал здесь учиться? Потому что, во-первых, в МГУ атмосфера очень хорошая. Во-вторых, это самый хороший университет в России. В-третьих, здесь преподаватели всегда помогают студентам. Hello everyone, my name is Hamdan. I'm from United Arab Emirates. I'm from Dubai City. I choose to study in MGU because I wanted to learn about a new language and a new culture. And what makes the good atmosphere for all nationalities from all the world, that the MGU is like a welcoming place for all nationalities and you could study a new culture and a new language. So I recommend all the students to join the MGU to study about new things, new culture, and add extra language for them. Добрый день, я профессор Андреа Джанотти, преподаю историю международных отношений в Пизанском университете. И я очень рад находиться здесь, в этом престижном вузе Российской Федерации, в университете имени Ломоносова, в Московском государственном университете имени Ломоносова. Но что могу сказать? Конечно, это же является одним из самых престижных университетов мира. И то, что меня поразило и мне очень понравилось, это атмосфера, которая чувствуется здесь. Это и с точки зрения человеческой, и с точки зрения научной. И особенно для меня это очень важно, иметь возможность, значит, работать в таком академическом кругу с точки зрения возможности сравнительного анализа разных геополитических и политических феноменов. И я именно эту возможность здесь нашел и этим пользуюсь. My name is Ariel Arza. I am from Santiago of Chile. And I arrived at Moscow State University in December 2019. I am a physicist, I'm a researcher, and I work in the problem of the dark matter of the universe. And so far, Moscow State University has been a very nice place to work with a very rich environment of other international researchers. Very competitive. So far, it has been a very good place to live. Московский государственный университет находится на передовой линии развития науки. Результаты и актуальные достижения наших исследований мы воплощаем в новых образовательных программах. Мы стремимся сделать наши образовательные программы действительно международными. Международным является не только содержание программы и команда преподавателей, но и интернациональный состав студентов. Так, в 2022 году мы открываем новую программу «Геометрия и квантовые поля», которая будет преподаваться полностью на английском языке. Hello everyone, I'm Jordi Frias. I'm from Spain, from Catalonia, from close to Barcelona. I did there my bachelor in mathematics and my master in high energy physics. And I joined Moscow State University 1 year ago for a PhD. So this is my first year of PhD and I am working on mathematical physics, specifically on BV and BRST cohomology.
Well, before arrival here, I was already pretty happy with the staff here in Moscow State University. They were always ready to help me with paperwork and related issues of my upcoming stay in Russia. And here as well, I encountered a charming welcome and a nice and relaxed working environment with a good office, and by the way, very nice views from my window. We organize seminars every week, which are also useful for getting acquainted with people and work related with my research work, with my research area, and as well out of work. Меня зовут Николь, я выпускница Московского государственного университета. Причины, по которым я выбрала этот университет, относятся не только высокое качество образования, активная научно-исследовательская деятельность, а также тесное сотрудничество с зарубежными вузами. Именно поэтому в МГУ царит такая международная атмосфера. И я не упустила возможность пройти стажировку в Китае на четвертом курсе. И для меня это был очень ценный опыт учебы и жизни за границей. Я повысила уровень знания китайского языка, а также поближе познакомилась с богатой культурой этой страны. После окончания учебы я решила продолжить обучение в аспирантуре, так как МГУ стал для меня вторым домом, а также продолжить работать в управлении развития интернационализации и продолжать сотрудничать с зарубежными вузами, а также сотрудничать с преподавателями и общаться со студентами. Здравствуйте всем, меня зовут Мухаммад Хайтам Матук, я приехал из Туниса, я учусь в высшей школе перевода. Учеба в МГУ позволила мне получить уникальный опыт обучения, в котором царит очень интересная межкультурная атмосфера. Благодаря этому университету я смог завести много друзей со всего мира и узнать больше о замечательной русской культуре. Меня зовут Эрика. Я студентка по обмену из Японии из Токио. И здесь я учусь на факультете иностранных языков и регионоведения. Сначала я расскажу вам о том, что почему я решила учиться в МГУ, а почему я изучаю русский язык. Потому что я очень люблю русский балет. Я занималась классическим балетом с 3 лет, и когда мне было 12 лет, Мариинский театр из Петербурга приехал в Токио, и мне дали прекрасную возможность, чтобы танцевать детскую роль на сцене Мариинского балета. В тот момент я впервые встречалась с русскими людьми, и меня очень поразила невероятная красота русского балета. С тех пор я интересуюсь русской культурой, и тоже я очень хотела узнать о том, что Россия, она какая страна, и русские, они какие люди. Поэтому, когда я поступила в университет, конечно, я выбрала русский язык как второй иностранный язык, и до 4 курса я продолжала изучение русского языка, и, наконец-то, приехала в МГУ в этом сентябре. МГУ, конечно, очень
великий исторический университет не только в России, но и в мире. И я очень уверена, что моя жизнь в МГУ замечательная. МГУ очень международный университет. Например, на занятии мои одноклассники, они из разных стран, например, из Италии, из Германии, из Англии, и из Кореи, и тоже из Японии. И каждый раз мы обсуждаем культурную разницу между нами, и тоже мы поделимся своими впечатлениями о жизни в Москве. Каждый раз я могу узнать какое-то новое, которое я никогда не знала, когда я была в Японии. Тоже не только на занятиях, но и в клубах, которые МГУ организует, я познакомилась с прекрасными русскими студентами, и там тоже мы разговаривали новые интересные темы, и я могла познакомиться с новыми студентами и новыми знаниями. Так что я очень люблю мою жизнь в МГУ. Здесь, конечно, мы можем улучшить свой русский язык, но тоже мы можем познакомиться с прекрасными новыми студентами и новыми знаниями. We have a nice international team, which we joined together several times for hanging out and enjoying our stay here. So in all, I am very happy here. It's very welcoming and very friendly. So I'm really glad to be here. Я надеюсь, что каждый из вас сможет стать частью нашей большой, дружной и интернациональной семьи. Я советую всем учиться в МГУ. Я рекомендую вас поступить в этом университете. Мы ждем вас. Мы приглашаем иностранных студентов присоединиться к нам, чтобы познать неизведанное и творить науку. Я очень рекомендую, вы тоже приедете здесь, сюда учиться. Я с нетерпением жду вас видеть скоро.